Городская дума сделала подарок малому бизнесу. Депутаты продлили срок аренды городской земли под некапитальные объекты. Договор предпринимателям подписывать нужно будет только раз в пятилетку. Соответствующие изменения народные избранники приняли единогласно. Вопрос рассмотрен комиссией по жилищно-коммунальному хозяйству, благоустройству и природопользованию. Рекомендован для принятия. Какие будут предложения? Принимаем? Тогда ставлю вопрос на голосование. Кто за данное решение? Прошу голосовать. Кто против? Спасибо, решение принято. Договор аренды под павильоны, киоски и парковки теперь не придется продлевать каждый год. А значит, у предпринимателей намного возрастают шансы получить кредит. Такое продление сроков для банкиров – существенная гарантия, что деньги вернутся обратно. Раньше предприниматель каждый год бегал и подписывал этот договор, то есть вновь проходя всю эту процессуальную методику. То есть, начиная там около 20 подписей, все он их собирал. Сейчас это ему надо будет делать раз в 5 лет. Имея на руках договор, кредит будет получить проще. Так как банки все равно смотрят, что договор аренды имеется у человека, и то есть он свою деятельность осуществляет. Убрать зеленые насаждения при установке подобных киосков и магазинов тоже станет проще. Их владельцы должны полностью компенсировать все потери деревьев. Снесенные зеленые насаждения обязательно в дальнейшем будет выплачена компенсация в натуральном или денежном выражении, что очень важно для города. А еще эта мера косвенно поможет бороться с коррупцией. Территория теперь вполне законна и на долгое время закреплена за бизнесменами, но только за теми, кто вовремя платит земельный налог.